обычная зимняя погода в очередной раз стала причиной практически чрезвычайной ситуации на улицах Петрозаводска. Неубираемые сугробы на нечищенных крышах явились причиной паводка в квартирах верхних этажей. Сосульки, нависающие над тротуарами и подъездами, достигли совершенно угрожающих размеров. Всего за одни выходные в единую диспетчерскую службу от горожан поступило более полусотни тревожных сообщений про крыши с опасной наледью. По информации администрации Петрозаводска, лишь 12 управляющих компаний отреагировали должным образом. Остальные, их большинство, проигнорировали обращение граждан. В пятницу я обращалась с письменным заявлением в управляющую компанию о том, что у нас висят сосульки, просьба убрать, потому что у нас в подъезде живут инвалиды и весь подъезд детей. Управляющая компания нас проигнорировала. Вчера я позвонила в службу 051, они зафиксировали мой вызов, но ничего не сделали. Сегодня в 12 утра у нас все это упало. Упало, оборвало все провода. Аварийная служба приехала только сейчас, спустя 3 часа, только потому, что я раз 15 звонила в 051. С той стороны дома у нас газовую трубу просто развернуло вот так. То, что никого не убило ледяной глыбой, что от короткого замыкания не случился пожар и не взорвались баллоны с газом – счастливая случайность. Трагедия может произойти в любой момент. Управляющая компания «Квартал». Давно бывший она. Стандарт. Они 2 года, вот сейчас будут как 2 года они у нас. И 2 года они ничего не делают. Сегодня приехала женщина с аварийной квартала и посмотрела и сказала: мы вам убирать ничего не будем, у вас в крыше вот такие дыры, крыша покатая, мы туда залезать боимся. Они должны, но они ничего не делают. Они открытым текстом сказали: мы ничего делать вам не будем. Сейчас вам будет необходимо заполнить карточку личного приема, где необходимо указать фамилию, имя, отчество, адрес, на который необходимо предоставить ответ, ваш обратный телефон и, соответственно, адрес правонарушения. По данному обращению комитетом уже будет проведена проверка, и в случае выявления нарушений в адрес управляющей компании будет направлено предписание, а вам уже придет ответ по результатам проведенной проверки. Так, еще утром в понедельник выглядел дом на проспекте Александра Невского, на нарушение в обслуживании которого мы обратили внимание. Спустя считанные часы после визита в управление государственного жилищного контроля картина резко поменялась. Во дворе дома появилась техника. Собственник может позвонить на горячую линию по телефону 76-99-87 и оставить обращение по факту наличия наледи или некачественной уборки придомовой территории. Если имеется факт нарушения, комитетом выдается в адрес управляющей компании предписание и составляется протокол об административном правонарушении. Управляющие компании могут получить штраф от 200 до 300 тысяч рублей, ТСЖ от 20 до 40 тысяч рублей. Городская администрация имеет муниципальную долю собственности в подавляющем большинстве многоквартирных домов и может инициировать смену управляющих ими организаций. Вот на сегодня у нас есть 5 управляющих компаний, по которым имеет место факт несвоевременного устранения выявленных замечаний. Поэтому по этим управляющим компаниям работа будет в первоочередном порядке организована по проведению собраний, по смене управляющих компаний на более добросовестные. Управляющие компании, играющие по правилам, ситуацию вроде бы понимают верно. Если ты получил лицензию и начал управлять общим имуществом многоквартирного дома, ты будь добр, почитай прежде весь норматив и обеспечь, пожалуйста, соблюдение требований правил содержания общего имущества многоквартирных домов. Если ты это не можешь делать, значит, тогда отвечай, в том числе и в судебном порядке. В реальности только неиллюзорная угроза потерять очень прибыльный бизнес способна подвигнуть управляющие компании делать то, что они должны по закону.